В Рубине мы изучили хорвейстеры и форвайдеры. Они очень многофункциональные. Начиная с трилёвки, заканчивая у нас штабелёвкой. Они очень экономят время. Спасибо за предоставленный материал. Легкий шелест листвы, птичьих стай голоса манят в рощи, луга и дубравы. Вы богатство великое растение. Ходя за окамление следствия, технологии создания лесных культур с использованием закрытой корневой системы, мы закрепили знания, как проводятся способы хранения сеянцев, перевозка сеянцев из питомника к месту посадки. Очень содержательная информация по выращиванию посадочного материала закрытой корневой системой. В ходе прохождения учебной практики весной на своем учебном полигоне мы проведем посадку сеянцев по данной технологии. Спасибо за предоставленный материал. Народа, сберечь на века достояние, хранители леса, страны лесоводы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я студент третьего курса Абширонского лесхозтехники. Скажите, пожалуйста, что вы узнали из лекции «Инфотелекоммуникационные технологии в лесном хозяйстве»? Узнали, какие задачи решает лесное хозяйство при помощи аэрокосмической фотосъемки. Создаются карты лесных массивов. Также при помощи космической съемки мы обнаруживаем пожары из космоса. Скажите пару слов благодарности Ассоциации лесного хозяйства. Спасибо за содержательную лекцию. Мы их используем на своих занятиях. Во благо народа, сберечь на века достояние. Хранители леса, страны лесоводы, быть нужными ваше призвание. На пользу России, во благо народа, сберечь на века достояние. Ваших лекций со студентами 2 и 4 курса мы приобрели ряд необходимых для нас знаний. Данные лекции мы будем использовать в дальнейшем в ходе освоения данной специальности. Нам очень интересен ваш опыт работы по выращиванию посадочного материала закрытой корневой системой. В ходе весенней практики со студентами 3 курса мы применим ваш практический опыт, и я думаю, также он у нас получится. Также мы на данной территории выращиваем улучшенный посадочный материал дуба черешневого, дуба красного, и в дальнейшем ваши лекции принесут нам большую пользу. Спасибо. Сберечь на века достояние, хранители леса, страны лесоводы, быть нужными. Сегодняшняя лекция будет посвящена больше техническим нюансам, регулировке, эксплуатации и так далее. Данный материал подготовлен с помощью кандидата наук, доцент кафедры Егель Пяти, Московского государственного университета, и диплом.